Мара Царама тренирует эту фигуристку, а Шелли Бурн и Дэвид Вилсон – хореографы. 59-69 – лучший результат сезона в короткой программе. Хорошо, 3-2, каскад. Два тулупа. Тройной и двойной. Тройной Ридбригер. Молодец, справилась с исполнением, достойно сыграла короткую программу. В хорошей форме находится финская фигуристка. На предыдущем этапе, на третьем этапе Кубка Китая, она, можно сказать, в борьбе завоевала третью позицию, третье место. И сейчас прокатала достойно, очень чисто программу короткую. Вот мы смотрим тулуп тройной. И двойной. 3-2. Каскад из двух прыжков. Ридбекер. Чистый выезд. Да, чистый. Да, 61-55. Не добрала на своего лучшего результата. Да, она пока...